Здравствуйте! Сегодня не удержалась, чтобы не снять видео про это прелестное создание, которое вот такое желтенькое и красивое. Ни названия у него пока нет, но я думаю, что названия в скором времени будет. Но на данный момент, конечно, этот сорт ни с чем не перепутаешь, потому что это стрептокарпус желтый мини. Миниатюра, желтая миниатюра, которую я очень долго ждала и очень долго хотела получить. В проверке этот сорт у меня был очень долго. Мне нужно было убедиться, что действительно это то, что я хотела получить на самом деле. И сегодня не удержалась, еле дождалась, когда распустятся несколько цветочков, чтобы вам похвастаться. Вот, я его даже уже, видите, нарезала на детку. Листики у него совсем коротенькие. Тут вот там оборванные немножко, но листики очень коротенькие. Ну, не больше 15 сантиметров, это точно. Вот такая прекрасная желтая миниатюра. Цветоносы у него небольшие. На цветоносах обычно по нескольку получается цветков. Вот такой веселенький. Я думаю, что ему название тоже какое-нибудь веселенькое придумаю. Вот. Очень-очень я ждала этот сорт. И надеюсь, что он вас тоже своим цветением будет радовать в дальнейшем.